День мудрости, радости, доброты и зрелости. Таким стал праздник, организованный для жителей почетного возраста. Все они проживают на территории поселения Захаровское и являются по-настоящему золотым фондом нашего района. Сегодня, когда праздник только начинался и многие входили, я говорила: «Здравствуйте, девочки, проходите, мальчики». И это действительно так, потому что все вы в душе совершенно молодые, прекрасные, те юные, которые работали на фабрике, работали на заводе. Я хочу сказать, что мы с вами совершенно правильно много лет назад назвали этот праздник не днем пожилого человека, а днем зрелости и мудрости. В этот день поздравили не только тех, кому исполнилось 60, 65, 70 и более лет, но и юбиляров совместной жизни. Секретом долголетия и семейного счастья поделилась чета Войтовых. Если есть доброта в человеке, он видит и чувствует, как себя вести к другому человеку. Никогда не обидит, никогда не сделает подлость. В общем, только проявит внимание и заботу. Это те люди, кто помнит историю поселения, кто может передать ценные знания и жизненный опыт, кто работал на благо родной земли. Сегодня они получают памятные подарки и, конечно, самые теплые поздравления принимают от своих детей и внуков. Я пожелала бы долгих лет жизни, я пожелала бы любви, счастья, как бы то ни было. И если бабушка моя смотрит это, бабушка, я тебя люблю. Да, они этого достойны. Они заслуживают того, что мы сейчас для них делаем. Этот праздник и концерты мы проводим каждый год. И каждым годом мы все больше и больше стараемся их порадовать. На протяжении всего вечера радовали гостей своими выступлениями танцевальные коллективы, народные ансамбли и талантливые солисты. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».